Компактная, всепогодная, с XR-подсветкой, еще и антивандальная. Это Электротека, и вы смотрите обзор на эту камеру. Речь идет о купольной 4-мегапиксельной IP-видеокамере с широким углом обзора и со встроенным микрофоном. Камера отлично подойдет для установки в кабину лифта, на вход в охраняемое здание, либо над кассой. Модель адаптирована к российским погодным условиям и работает в диапазоне от минус 40 до плюс 60 градусов. Картинка является четкой при любых условиях съемки благодаря широкому набору функций, таких как шумоподавление, широкий динамический диапазон, компенсация засветки, область интереса. Выделяется камера и тем, что имеет слот под карту памяти объем до 128 ГБ, наличием 21 типа протоколов и даже системы грозозащиты. Питание 12 вольт или ПОЭ. Но это еще и умная камера, так как у нее есть встроенная видеоаналитика. Иначе говоря, есть детекция движения, обнаружение пересечения линии и вторжение в область. На сегодня все. Ссылка на приобретение камеры и промокод на скидку в описании к видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока!